хочу, чтобы у Аквафиши вернулись очки. Спасибо, Денис, мне. Что-то мне вернул мне очки. А, это же первый день 4-го четверти. Ребята, это последняя серия. Все. Больше серии у нас не будет. Будет обратно про прикольных человечков. Да, точно! Надо подставить этого уродливого очкастия! Другим первым будет! Рассказать, как он провели каникулы! Лиза расскажет, что на самом деле, а я ему расскажу, что не на самом деле! Я скажу, что он пил в дороге, а еще пил сои! А еще кал в дороге! А еще какую еще подставу придумать? Не ложился спать и плохо провел каникулы. Ладно, это моя мысль, ребята. Пойдем, да, где первый рассказать, как каникулы провел? Это Аквафиш. Хорошо, что этого уродного очкастика вызвали. Да, как ты провел каникулы, Аквафиш? Мы ходили в путешествие вместе с Денисом. Папой Аквафиша? Нет, Мария Владимировна, он плохо тебе говорит. Он провел каникулы плохо, играл в глупые игры, пил в дороге и кал в дороге, а еще не ложился спать. Поздно ложился спать, в 2:00 ложился спать. Вот как провел каникулы Аквафиш. Ахватись, как тебе не стыдно! Никита рассказал, как ты на самом деле провел каникулы. Ложился в 2:00, да ты в дороге и кал в дороге. А ты мне по кнопкам, по кнопкам, по Никита тебе неправду сказал. Я хорошо ложился спать в 22:30. Не пил в дороге и не кал в дороге. И еще пакости никому не сделал, правда? С кем-то пуп. Что хочешь? Твои слова не хочу слышать. 5:92 до получишься.